Петя, теперь я вам покажу круть. Сегодня мы делаем зелье-прыгучести. Набираем клубы водой, но у нас они уже есть. Так, вот пузырек воды, пузырек воды и пузырек воды. Надо поставить сюда аски на рост, как всегда. И нам еще нужна кроличья лапа. Вот она. Можете ее достать от кролика. Убить его. Приманить морковочкой. Как всегда, неловкое зелье. Теперь лапа зайца. Кролика этого. Смотрим. Вот оно, получилось. Теперь мы можем его, думаю, улучшить. Нету нигде. Ладно, попробуем его выпить. Берем. Я сделал трассу специально, чтобы его использовать. Так, вот. Зелье прыгучесть. Смотрим. Вот оно. О, я стал прыгать лучше. Блин, скелет. Можно защищаться еще щитом. Стрелы будут отпадать с самого скелета. Я стал, посмотрите, я прыгаю лучше. Я теперь прыгаю хорошо. Я почти что допрыгиваю до трассы. Ладно, ребят. В следующем видео я вам буду показывать, как сделать зелье слабости. Пока.